Друзья, всем привет! Видите, да, с чего начинается видео? Вот, значит, что? Приобрел я Aprilia. Вот такая, правда, на данный момент. Это модель 150 кубовая. Aprilia Leonardo 150, да, четырехтактный двигатель. Вот. Смотрите, что сразу кидается в глаза, так это резина. И здесь, смотрите, по сравнению с рукой, тут 140-я резина, друзья. Данлоп, родная еще. Aprilia. Вот она, наша приборка. Видите, да? Вот. Че, скутер у нас комплектный. Есть, конечно, косячки. Вот здесь, вот здесь. Вот. Вот здесь кое-где видно. Вот здесь кое-что сломано. Пультик сломан. Да, скутер давно стоял. Стоял уже полтора года. Стоял почему? В общем, у него единственная поломочка. Так это вот. Внимание. Это клапан сломанный. Один выпускной сломанный клапан. Вот. Значит, скутер вчера висел в объявлении за 10 тысяч. Вот. Я как увидел слово Aprilia, у меня прям сердце забилось два раза. Быстрее, наверное. Ну-ка, дай я гляну, что за Aprilia за 10 тысяч. Ага, было написано на запчасти. Я созвонился с продавцом. Он говорит, сломан клапан. Я говорю, что такая проблема? Спрашиваю. Клапан. Он говорит, клапан стоит 7 тысяч. Говорит, я узнавал. Да. Короче, из одного клапана он решил пустить ее на запчасти. Но еще ничего не успел продать. Вот. Сумма стояла 10 тысяч, которую он хотел за нее. Я по телефону сторговал до 8. Вот. И сегодня поехал забирать. Там еще 1000 сторговал. В общем, за 7 тысяч рублей, ребят, да, Aprilia Leonardo 150. Блин, обалденный аппарат, которым нужно немного поработать. Вот здесь у нас разобран движок, цилиндр даже не снимали, он даже его не отклеили, по-моему, если не ошибаюсь. Вот сразу я обратил внимание сюда. Выработки, я вам скажу, вообще нету никакой выработки в цилиндре, вообще. Движок свеженький. Кстати, даже по пробегу, я вам сейчас скажу, 15 тысяч у него. Спидометр работает, я думаю, он работал всегда. Вот. И думаю, скорее всего, это реальный пробег. Вот. Значит, такой аппаратик приобрел. Серьезненький, я вам так скажу. Вот. Ну, ПТС, конечно, нету. Покупали они давно, притаскивали с Украины. Вот. Я, кстати, тоже, когда объявление увидел его, давай забивать по России подобный скутер. Одна модель нашлась. Одна модель, и то каким-то хондовским двигателем. Вот. Точно такая Leonardo 150. Ну, типа стоит хондовский двигатель. За него просили, если не ошибаюсь, 55 или 60 тысяч. Или 50 или 60. Ну, что-то такое. Вот. А в России, то есть, такого оригинала априлевского не было в России, на Авито, по крайней мере. Я другие сайты даже не забивал. А в Украине их полно, между прочим. Вот. И этот продавец говорит, что его притащили с Украины. Вот. Чё дальше-то? Он говорит, из-за этого дорогого ремонта, ну, решил избавиться, так как уже старенький. Все. Кстати, человек мажористый, я вам скажу. У него две машины, одна из которых Mercedes. Все в плиточке, дом серьезный такой, в серьезном районе живет. Вот, не хотел волочиться. Даже, блин, хорошо уступил. Представляете, да, с 10 до 7, 3000 как бы скинул. Последние 1000 вообще, говорит, да, на дорогу вам, говорит, ребят. Забирайте, чтобы сделали, говорит, катались. Вот, такой тут внушительный, да, глушитель. Я вам скажу, он довольно-таки тяжелый, килограмм 7, наверное, весит. Вот. Тут сидушечка. Вот. На первый взгляд не очень, она просто запыленная. А вообще материал охрененный. Вся она целая. Вот.
ну и все остальные запчасти. Вот, там он головка с одним сломанным клапаном. Вот, ну тут в общем все так-то комплектное. Вот, ключи, автозапуск, вот, висят. Аппарат серьезный. Вот, я решил его сделать. Вот, буду полностью пластик весь капиталить, спаивать, припаивать, шпаклевать, шлифовать, красить. В общем, хочу довести ее до, грубо говоря, до идеала. Пусть она совсем идеальная не будет. Есть такие вот косячки, эти саморезами что-то скручено. Здесь, здесь. А, вот, кстати, стекло поворотника не родное. Реально, малеха заколхожена. Ну, то есть, разбили, потеряли, наверное. И вырезали, я не знаю, чего. Видно, да? А здесь родное. Вот. Так, все есть. Все комплектное. Все работает. Спидометр работает. Проверял на месте. Вот. Все по комплектности абсолютно. Все запчасти отдал. Вот. На, говорит, делай, катайся. Вот. Диски штамповки, что ли, это выходит, да? Да, диски штамповки. А что-то я думал, что это литье. А переднее, хотя литье. Смотрите, на 5 спиц переднее колесо. Дисковые тормоза перед, зад. Как видите. Вот. Ну вот эта резина меня вообще поразила, я вам скажу. Как от спортбайка, ё-моё. 140-я резина. Я офигел. Я вам скажу, да, я привез разобранное состояние. Перед этим я на своем универсале Toyota, да, привозил Эдреску 110-ю. Она как бы в сборе притык залезла. А вот этот, вот, учитывая, что вся разобранная, я вам скажу, вот это вот задочек прямо уперся в заднюю крышку багажника. Ну это реально макси-скутер, блин. Малеха подшатана, ну я думаю, за 7000 это, блин, это просто подарок, цена. Вот. Кстати, вот смотрите, генератор у него в масле купается. На каких-то моделях, я не помню, ну какой-то китаец есть генератор в масле. Точно не помню. Какой-то есть, даже скутер на 180 кубов, если сейчас не ошибиться. Вот такое вот у меня приобретение, друзья, тоже под ремонт, под восстановление. Охрененная тема. В первую очередь нужно сделать, потом буду думать, продавать его или же самому кататься. Но вообще мне хочется оставить его себе. Вот. Ну, если хорошую цену дадут, конечно же, продадим. Вот. Такое очередное приобретение. Вот. Кстати, что хочу попросить, ребят, отпишитесь в комментариях, если есть у кого какие каналы, да, по поводу запчастей на, вообще на Апрелии, да, в данном случае Апрелия Леонардо 150, нужен клапан, выпускной клапан. Вот. Как бы еще даже, ну, будем искать, я только привез, даже еще не заглядывал. Будем искать, смотреть. В общем, состояние, я вам скажу, блин, ну, начинаем.